Привет, друзья! Продолжаем разговор об электроинструменте фирмы PIT. Сегодня у нас дисковая пила, ручная дисковая пила. Народ у нас креативный, шуруповерт у нас зовется Шуриком, у Шеймана зовется Болгаркой, ну или Фортуной, а дисковую пилу у нас называют Мартышкой. Не знаю почему, но почему-то Мартышкой. Такая вот большенькая, удобная ручная дисковая пила, 1200 ватт у нее, 6000 оборотов в минуту. Диаметр диска 185. Глубина пропила у нее 60. То есть нормально там плаху 50-ку там, или брусок 50-ку она вполне свободно отрезает, не заморачивается. Такая вот обычная, в общем-то, стандартная пила. Подключение производится вот двумя кнопками, вот этой и вот этой. Здесь вот щетки меняются, как на всех агрегатах фирмы PIT, под пробками, под отвертку они сделаны. Здесь мотор, здесь, соответственно, стоит редуктор. То есть пользование удобное, легкое, такая тоже как бы по цене недорогая, там в пределах 3000 она мне стоила. Служит тоже мне уже, наверное, года 3-4. То есть вот такая вот пила. То есть тут чехольчик. Я видел, сколько раз некоторые люди снимают вот эти чехлы защитные, но я как-то вот стараюсь такими вещами не баловаться, потому что защитный чехол придумали же не идиоты, нормальные люди. То есть мало ли, вот так вот закрыто, если вы коснетесь, ничего не случится, а если открыто, и болгарка, в смысле пила даже вот уже заканчивая вращаться, может вам повредить руки, а то и отпилить пальцы. То есть регулировка здесь есть вот глубины пропила. Вот так вот регулируется. То есть вверх-вниз фиксируется. Эта регулировка вот этим вот винтом. Вот. Опускаете сколько надо и фиксируете винтом. То есть она больше не шевелится. И регулировка вот угла пропила здесь есть. Вот так вот она делается. Вот здесь вот винт есть крепежный. И вот здесь вот еще один винт, который фиксирует, когда вы выставите нужный угол, он фиксирует в одном положении планку упорную. Прикручивается диск болтом, болт под шестигранник и зажимается шайбой. Вот такой, в общем-то, удобный, легкий достаточно ручной инструмент. Вот за все время эксплуатации ни разу с ним у меня ничего не случалось. Работает исправно, служит, трудится. Естественно, нагружать ее чрезмерно ни к чему, потому что 1200 ватт это не 1,5 киловатта и не 2 киловатта. Но 1,5-2 киловатта, они, соответственно, у них вес уже совсем другой. Это очень легкая, удобная, я не знаю, сколько она весит, килограмм. Здесь не написано. Ну, в общем-то, подручная такая. Вот, если этот обзор кому-то поможет сделать выбор, когда он будет искать себе дисковую пилу, буду очень рад. До новых встреч. Пока.